Всем привет! Вы на канале Moonlight, а я с новым проектом. Я очень люблю шляпы и беретки. И за несколько лет собрала большую коллекцию, с которой я хочу вас познакомить. Сегодня я буду валять вот на такой болваночке. Это у нас береточка, очень модная. Давайте рассмотрим эту болванку поподробнее. Верх у нее в виде берета, а низ плотно облегающая шапочка. Вот такая вот интересная конструкция. Размеры моего шаблона будут ограничены размерами моего стола. У меня есть квадрат, из этого квадрата я сделаю круг. Я свернула пупырчатую пленку. И теперь убираю уголок. Все это я делаю на глаз. У меня получился круг диаметром 69 сантиметров. Шаблон под пленку кладу. Беру шерсть 100 грамм. Покупная шерсть. Первый слой. Здесь у меня уже три слоя, смоченных обильно водой с мылом. И сейчас будет пинец такой. Я буду вытаскивать шаблон из-под пленки. Кладу этот шаблон сверху. Прижимаю, выгоняю воду из-под шаблона на кончики. В противном случае, если кончики не будут мокрыми, они просто не завернутся. Вот сейчас я заворачиваю кончики. По всей окружности. Вторая сторона разложена, замочена. Я накрываю ее пленкой. Кости пока большая есть. Да, большая у меня пленочка. Накрываю пленкой и прижимаю. Так, прижимаю. Накрыла пленочкой. И переворачиваю. Перевернула. Пленочку подняла. Подняла пленочку и убрала ее. Ровненько кладу свой беретик. И что я сейчас должна делать? Я должна загибать кончики. Все, и я этим занимаюсь. Загибаю кончики по всей окружности. Вот. А сейчас начинается притирка. Легким движением руки я растираю мыльную воду с мылом. Буду я делать так минут 20, а может даже и 30. До тех пор, пока у меня не сцепится. Центральное отверстие я вот так вот делаю, и у меня тут образуется ровненькая кромочка. Вот так вот делаю. То есть я практически не нажимаю никуда, только на пупырку. И под центробежной силой она у меня формирует край. Подвалялась, и я вымываю мыло. Отжала чуток, вынимаю шаблон. Четыре
ароматами. Первое это... Отжимаю. Продолжаю валять. Натянула на болванку, пока еще бесформенная у меня форма шерстяная. И теперь я закрепляю по окружности гвоздиками с противоположных концов сначала. Совсем забыла про сальвитозу, пришлось снимать опять болванки. Сейчас я намочу, набухнет она. На сальвитозе закрепила основание, еще оказывается не везде, натянула. И теперь самое главное для меня, все эти рельефы закрепить гвоздями. Я уже тут начала. Вот ни капли не отрезала, и вся моя заготовка прямо вот натянулась, как будто так и было. Вот. Я подваливаю еще раз, разравниваю руками. Так вот, интересно. Надо прижать на этих извилинах. Вот, натянула. Пока у меня сушатся шапочка, я принимаюсь за другую. На столе у меня рубашка, натянутая на болванку, и связанные элементы крючком. Рубашка дорога была мне очень, и выкинуть ее я просто не могу. И решила сделать из нее вот такую вот шапочку. Сначала я ее примеряю, все ли подойдет. Связала вот такие вот элементы в стиле брюкского кружева. Я ничего не путаю, это так называется. И вот такую вот опоясывающую тесемочку. Сейчас я это все сниму и посажу на марлю, смоченную в клее, в сальвитозе. В два слоя марля полезает в тазик с сальвитозой. Туда же я отправляю эти все финтифлюшки. Вот эту ниточку только не буду сальвитозить, потому что она мне не нужна дубовая. Вот эту штучку. Так. Ну и сама тряпочка. Бесформенная тряпочка, просто тряпочка. Все это я намочу в этом клее и отожму. Первый у меня идет марлечка. Что самое интересное, тряпочка сразу впитывает клей, а водичка остается. Вот эта водичка уже без клея. Сальвитоза — это самое лучшее для шляп. Можно, конечно, пользоваться и клеем ПВА, но я уж не буду изгаляться с этим ПВА. Так. Вот у меня шапочка, вот у меня марлечка. Просто
просто накрыла, и больше ничего. Просто накрыла, а потом сверху это все утянется. Самое главное, мне разровнять. Утянется, потому что я буду затягивать сверху, как обычно. Вот. То есть ничего такого особенного. Дальше у меня идет цветная тряпочка. Цветную тряпочку. Также отжимаю. Так, проверяю, хватит ли мне на подгибку полей. Все нормально. Прибила внутри по окружности гвоздями и безжалостно отрезала все лишнее, чтобы это долго не сохло. Натянула. Получилось, конечно, красиво, но эти гвозди, они потом заржавеют и оставят свой след, к сожалению. И поэтому мне придется все это пришивать и прятать за бисером. Заготовка высохла, но прежде чем снять с болванки, и чтобы не потерять вот такие симпатичные складки, я это все фиксирую ниточкой. Ножку птицу. Все, достаточно. Может, еще похочешься? Нет. А с другой стороны же не видно было. А, так то же самое с ремонтником.